Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Дмитрий. Залетели на фантайм после бана за дюп. И знаете что? Самый быстрый старт на фантайме. Сегодня солью вам способ дюпа. Мы немножечко за 10 минут уже тут надюпали Кира Крушителя. А вот даже еще час не играем. Для способа дюпа вам понадобится друг. У меня есть друг. Значит, далее обычный шалкербокс. И далее друг должен взять предмет, который будет дюпать, и специальный клиент. После чего он держит в руке, значит, в нашем случае это опять кирка крушителя. Уж очень сильно мы ее любим. И запускает клиент. Запускает клиент. Начинают выбрасываться кирки. Ну, в вашем случае это, возможно, другие предметы. И тем самым некоторые кирки становятся визуальными, а некоторые заполняются непосредственно в шалкербокс. Также я вам сегодня расскажу, где взять этот клиент. Вы пока можете подписаться на мой YouTube канал, и после данного способа друга может либо кикнуть, либо у него подлагать. В нашем случае у него, как вы видите, подлагало, так как у нас клиент настроен круто. Кому нужны настройки клиента, пишите мне ВКонтакте, но после того, как скачаете уже клиент. Где его взять, сейчас покажу. Вот столько вот у нас с Кира Крушителем, давайте их возьмем. Кстати, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях. Блин, у меня инвентарь, да, не хватает. На, яйцо забери. Напишите, пожалуйста, в комментариях, почему кирки крушителя сейчас либо обесценились после нашего способа, либо я не знаю что, но вот за 9 миллионов я пробовал выставлять. А Ash Cell. Так, ну, мне, скорее всего, КД дали, да, я не могу 20 секунд. Ну, в общем-то, за 9 миллионов мы не можем почему-то кирку продать. Я уж продавал по миллиону их. Вот. Я не знаю, почему такие цены. Сейчас я вам покажу, для того, чтобы получить мои настройки клиента и скачать сам клиент. Ну, по поводу того, как получить настройки, в принципе, я их бесплатно скидываю, просто ВКонтакте мне пишите. Но сам клиент я не скидываю ВКонтакте. Его можно скачать по ссылке в описании. Нажимаете раздел Market, листаете вниз. Тут различные аккаунты на Really World, Funtime, Логи. Вот, и нам нужен именно дюб-клиент. Есть дюб, а есть дюб-клиент. Если вы не хотите 10 рублей платить, ну, есть такие, знаете, моменты, что денег вообще нет, то, в принципе, будет много лайков здесь, много подписок на мой YouTube-канал, то в своей телеге я солью этот клиент, почти там 1000 подписчиков. Давайте все подпишитесь на телегу, и я вам солью. Ну, а если вам не втерпешь, то просто заполняете поле никнейма рандомными символами, без разницы как, да, хоть вот так вот. Главное, поле почту, заполняем свою почту, чтобы туда нам пришел и чек, и клиент. Сначала приходит чек, а потом уже клиент. Этим видеороликом я хотел показать, что после бана за способ дюпа, так как я медийка снимаю видео и никнейм у меня не замазан, можете меня хоть 200 раз забанить, хоть мне через проекты дать, мне абсолютно все равно. Все равно можно дюпать, можно неплохо так стартовать, как вы видите, за меньше чем часа игры. То есть мы играем где-то, ну, минут 15 от силы 10. За 10 минут столько надюпать ресурсов. Ну, мы сейчас заполним все сундуки по планам. Вот, у нас только кит-стартерка. И можно дойти так до 1 миллиарда. В принципе, если, конечно, кирка будет продаваться. Давайте ее сейчас попробуем продать за 9 миллионов. Она у меня не продавалась. Вот. Ну сейчас продается, как вы видите. Неплохо сейчас. Денег еще подфармим. Вот. И думаю, к следующему видеоролику у меня уже миллиард будет. Снова бан получу. Еще бы хотел сказать, что в комментариях писали, что за бан навсегда, ну, нельзя купить разбан. Спасибо вам за комментарии. Я все комментарии читаю. Все вижу. Вот, еще хотел бы вас спросить в комментариях, вот оцените превью этого видеоролика и оцените превью старых видеороликов. Какой стиль вам больше нравится? Все, на этом все, с вами был я, Дмитрий, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока, пока-пока, друзья.